Всем приветики! Скоро Новый год, и я решил сделать подарочки. Я уже подарил своей маме новый телефон, который я покупал себе, и который мне не понравился. Я подарил его маме. Это Honor 20, P20. А о нем тоже скоро будет распаковка и обзор. И еще решил подарить такой вот чайничек. Чайничек от фирмы Melony. И вот в такой коробочке он пришел. И сейчас мы сделаем на него распаковку и обзор. Получается, вот так вот он выглядит. У меня у самого такой чайник. Два таких. Ну как, не таких, а у меня два чайника по форме похожих на этот. Один поменьше, другой побольше. А этот, ну, чуть побольше, чем у меня на 2,5 литра, а этот на 3. А у меня еще есть на 5 литра, и у них у всех такая форма. И такие чайники с такой формой, они, мне кажется, самые лучшие. Вот. Здесь есть цветочек. И при нагревании вот этот рисуночек становится красным. То есть, глядя на чайник, будет понятно, нагрет он или нет. Если нагрет, то красный. Если не нагрет, то черный. Вот. Такая вот коробочка. Здесь его расписаны характеристики. Хотя здесь характеристики не чайника, а именно посуды от фирмы Melony. Вот. Из нержавеющей стали. Здесь у нас рекомендации по уходу за чайником. Вот. Подходит для всех видов плит. Вот здесь так и написано. А я, глядя на это, сказал. Так, снизу ничего, сверху. Вот так вот оно выглядит. Открываем. И внутри у нас, собственно, чайник. Ну, его уже открывали. Получается, он прибыл к нам из пункта доставки, в котором ты получаешь его лично. Ну и там, естественно, его уже осмотрели, когда забирали. Вот. Так, сейчас что мы тут сделаем? Мы посмотрим упаковочку. Внутри у нас, собственно, сам пакет, в котором лежал чайник. И, наверное, какая-то гарантия. Вот он, гарантийный талон, который, конечно же, никто не заполнял. Ну и инструкция по уходу и эксплуатации. Нельзя солить, а кто-то солит. Ну, короче, здесь, скорее всего, очистки. Я не буду вдаваться в подробности. Вот. Снизу у нас такое покрытие. Причем всяких надписей. У меня так какие-то надписи есть. Какие-то есть надписи. Здесь ничего нету. Здесь у нас вот он, собственно, сам рисунок. Причем он такой блестящий. У меня не такой блестящий. Видно, что вот под черненьким красненько, и когда нагреется, черненькое, видимо, станет прозрачным, будет видно красненькое. Что довольно-таки прикольно. Вот. Здесь у нас свисточек. Удобно, кстати, расположено под палец снизу. Получается, нажимаешь снизу, он открывается, а сверху закрывается. Но, кстати, плохо, что здесь ручка железная. У меня она пластмассовая. В итоге, когда чайник нагрелся, до ручки нельзя дотрагиваться, потому что обожжешься. Хотя, когда он нагрет, зачем ее трогать, в принципе? Это когда остынет. Ты открываешь и туда что-то наливаешь. Вот. Внутри такой же, как и снаружи. Мне кажется, хороший чайник.
Здесь ничего не прикручено. У меня здесь получается, здесь у меня пластмассовая, и здесь перекручена, а в этом она железная и припаяна. У меня точно такой же чайник, только не на 3 литра, а на 2,5. И здесь ручка пластмассовая. И от фирмы, и без вот этого рисунка, и более матовый такой. И от другой фирмы, от какой-то, я не помню от какой. Но вот именно такого плана чайники, они хорошие. Ну, мне кажется, то, что я им давно пользуюсь, и, в принципе, вообще никаких проблем нет. Мне он прям нравится. Я потому и выбирал такой на подарок, потому что у него самого по форме похожий. Такая форма, вот она реально, мне кажется, самая лучшая, потому что я таким пользуюсь, когда это купил, ну, не такой, а именно по форме похожий. И вот до сих пор им пользуюсь уже очень долго, и меня все устраивает. И даже побольше на 5 литров купил тоже похожей формы. Сверху идет такое, снизу расширение, вот оно. Идет снизу расширение. Вот. Я, кстати, быстренько глянул инструкцию. Получается, пишется самое такое основное, что перед первым использованием его нужно помыть мягким моющим средством с теплой водой внутри, видимо, чтобы пламя касалось только дна, а не стенок, и чтобы не было перепадов температуры. То есть в горячий чайник, если вы все вылили из горячего чайника, нужно подождать, пока он остынет, а не сразу наливать в него холодную воду. Вот. Ну, естественно, пустой не оставлять на огне. Это самые такие основные моменты. Вот. Так что такой вот подарочек для мамы на Новый год. Под елочку. Ну, плюс телефоном она уже пользуется. Вот. Такой вот чайничек. Ну, а на этом все. Всем покедова.